Большая часть ранней черешни в этом году, похоже, так и не попадет на прилавки. Созревшая ягода пропадает прямо на деревьях. Потери первого урожая в садах называют катастрофическими. Подробности у Аллы Горбатенко. Очередные съемки программы «Шесть соток» в Григориопольском районе. В саду под селом Карманово собирают раннюю черешню. Это итальянский сорт «Бегара Бурлат». Обычно ягода твердая, специально для экспорта подбирали. Сейчас разомлевшая от бесконечных дождей и очень много порченной. Такой экстремальной уборки здесь не помнят даже бывалые садоводы. Мало того, что под ногами грязь. На деревьях ягоды много, но половина ягод просто гниет. Директор агрофирмы поправляет – это не гниль, а механическое повреждение от переизбытка влаги. Накануне уборки здесь почти полдня дождь стеной стоял. И вот если взять, посмотреть, вот она, плодоножка вот так, да, скопление влаги происходит, и поэтому она не стекла, она задержка влаги, вот получается такая ситуация. Со всех сторон она чистая, но вот внутри вот такая вот идет. Она опять же не идет в категорию экспорта, но она просто уже не имеет товарного вида, да. Это к обеду в саду немного подсохло. С утра настоящее болото. Никакая обувь не спасает, кроме резиновых сапог. Но в них жарко. Поэтому многие сборщики предпочитают работать босиком. Так удобно босиком работать? Нет, конечно. А зачем обувь сняли? Тяжело поднимать ноги. В саду сейчас более 60 человек. Взрослые и подростки. В окрестных селах многие с нетерпением ждут сезона уборки и возможности заработать. У каждого сборщика по два ведра. Одно для хорошей ягоды, второе для поврежденной. Если сравнить, выходит поровну. Получается, каждая вторая собранная черешня на прилавок уже не попадет. Вот это мы можем сейчас, допустим, взять домой. Убытки вот эти, которые, чтобы оно здесь, как говорится, не гнило. Понятно, ну, чтобы не выбрасывать. Да, да. Всю собранную черешню в саду привозят вот в этот огромный холодильник. Здесь при температуре около 0 градусов она может храниться до полутора месяцев. В хозяйстве проводили уже эксперимент. Но сейчас не тот случай. Черешня уже сегодня отправится на экспорт в Россию. Хранить ее в принципе нельзя. Потери раннего урожая черешни в промышленных садах уже называют катастрофическими. По разным хозяйствам от 50 до 80%. Впрочем, на подходе средние и поздние сорта. Им пока ничего не угрожает. Алла Горбатенко, Владимир Погоня и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.